Якутяне завоевали 5 медалей на национальном чемпионате профмастерства WorldSkills Russia. Соревнования завершились 19 мая в Краснодаре. Республику в этом году представило рекордное для региона количество участников – 45 человек, из них 21 конкурсанты. Свое мастерство они показали в 21 компетенции. По итогам соревнований сборная заняла 10 место в командном зачете, завоевав 5 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. Отметим, что наряду с национальным чемпионатом в Краснодаре прошел и национальный чемпионат JuniorSkills. Школьники из Якутии стали бронзовыми призерами в компетенциях аэрокосмическая инженерия, мультимедийная журналистика и лабораторный химический анализ. Мы анализировали фармацевтические препараты. Там был протаргол, люголь и адреналин гидротартрат. Сейчас производят очень много лекарственных препаратов, и мы изучали их свойства и состав. Да, и вообще они правильные и полезные ли.